Жена пришла на маникюр, пошла. Я говорю, ты что в нормальное место не записалась? Так эта женщина нормально делает. Ну вот, высадил ее вот здесь, говорю, я туда на своей машине не поеду. Вот идет на маникюр. Сказал, что подожду, пока ей калитку откроют. Все, по-моему, пришла. Так, так, вот. Я же говорил, тут вообще нефиг делать, дойти. Сейчас собака большая, если выскочит, я даже ничем помочь не смогу. Ну, надо добавить, зато нету пробок. Ну, последний рывок. Что-то отсюда кажется, как будто она уже в стену уперлась. Итак, вожделенный маникюр за вот этой дверью. А, нет, еще надо обойти столб. Так, помаши папе ручкой.